Вот, снимаю дальше продолжение. Вот такой огромный магазин. Вот сверху, смотрите, написано «Home». «Home» — это дом. Значит, здесь очень-очень много товаров для дома. Вот вчера я снимала люстры. Здесь мы видим, тоже есть люстры. Вот. Ну, не знаю, нравится вам или не нравится. Вообще, честно хочу сказать, что в Англии, вот это такая страна, здесь нету какого-то шика. Люди не любят шик, любят все так просто, очень удобно, чтобы было комфортно. Но вот такие люстры, я вот смотрю, стоят 15 фунтов, да, получается, 1500 рублей. Ну, вот такой выбор, не очень большой, скажу. Но это не специализированный магазин люстр, да, но здесь все есть для дома. Вот и дальше. Магазин очень большой, вот посмотрите. Высокие потолки и достаточно очень-очень много товаров. Вот, но здесь еще люстры. Здесь, кстати, вот побольше выбор, вот посмотрите. Да, тут уже побольше выбор, если посмотреть с этой стороны. Вот. Если посмотреть, то мы видим, что не так много людей в магазине. Но вторник, и все-таки пандемия. Вот здесь, кстати, тоже очень интересные разные люстры, светильники. Все, все, все для дома. Вот здесь, конечно, в этом магазине я смотрю побольше выбор. Вот. Там это обои, да, впоследствии. Кстати, вот тут тоже люстра. Вот. Конечно, уже выбора побольше. Разных цветов. Вот. Людей, конечно, очень-очень мало, чему я, конечно, очень удивляюсь. Вот. Сейчас посмотрим с вами обои. Вот. Вот какие обои есть. Ну, такие вот просто простые. Значит, один рулон 10 фунтов. 10 фунтов 1000 рублей. Вот. Так, посмотрим дальше цены. Есть за 6 фунтов получается 600 рублей один рулон. Обратите внимание, ну, такие обыкновенные белые, да? Тоже 10 фунтов это 1000 рублей. Ну, я думаю, что, наверное, дороговато. Но почему-то здесь только белые, но это какие-то специализированные. Скорее всего, может быть, для офисов какие-то. Я не думаю, что это для дома. Вот. Магазин очень огромный. Очень-очень много-много товаров. А, кстати, вот обои. Давайте посмотрим с вами обои. Я думаю, что тема обоев тоже очень интересна для многих.